Неделя прошла, я весь покрыт человеческими экскрементами. Мою кожу усыпали язвы, я был на грани, я был готов. Я должен был догадаться, к чему все приведет. Они сфотографировали меня и разослали снимок всем и каждому. Сказали, что единственная возможность для меня стать одним из жнецов, это если они все внезапно умрут, а я останусь последним человеком, который придет им на смену. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем играть Dead Space 3. На этот раз нас ждет продолжение основной миссии, где мы должны, так сказать, собрать ту самую Розетту. Ха, что бы это, в общем-то, не значило. А нет, наша основная миссия идет в другую сторону. Ну, давайте отправимся для начала туда, куда нам указывают, видимо, так будет лучше. Так, ботов у нас с собой сейчас нету. Может быть, они, конечно, ждут у нас на станке. Давайте проверим это, безусловно. Скорее всего, так оно и есть. И отправим их снова. Нет, их нету на станке. Значит, мы продолжаем. У нас есть открыта и эта дверь. И та, и эта. И как нам... Ё-моё, что это за дрянь? Что это? Ну-ка, давайте мы стрельнем в нее. Похоже, это мины. Бум! Да, слушайте. Теперь у нас еще и мины добавились, ко всему прочему. Так, и лифт заблокирован. Угу. Ну-ка, чем он стреляет? Ух ты, какими-то дротиками. Обалденные. Так, и в стенах мины. Ничего себе. Вот это да. Все замазано. Да уж, точно. Просто все залито этим дерьмом. Обалдеть. Вон они выстреливают этой штукенцией. Да, не хотел бы, короче, под это попасться. Очень не хотел бы. Хоть что-то тут открыто. Слушайте, какие-то новые двери появились. А то все... Все одинаковые, да одинаковые. Текстовое сообщение, давайте почитаем. В случае сбоя карантинной системы из ближайшей стерилизационной кабины необходимо выпустить стерилизующий газ. Эти герметичные камеры защитят вас от чрезвычайно едкого газа. Все незащищенные органические материалы в зоне поражения будут дезинтегрированы. Крайне важно регулярно проводить проверку состояния станции синтеза стерилизующего газа. От этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих. Понятно. Чувствую, будет у нас момент, как мне кажется, где нам от этого газа надо будет или убегать, или еще что-нибудь. Ну, в общем, не все так просто. А шипы шикарные. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто? Какая-то псина там. Да, там псина по нам стреляет. Так, давайте я выйду и разберусь с ней по-нормальному. Мразь, а? Ну? О, хорошо. Слушайте, они еще и загораются. Давай, давай, сволочь. О, прекрасно, прекрасно. Воспламенение вас мне только на руку. Воу, подождите-ка. А, это только в ближнем бою действует эта штукенция. С пилой, в смысле, я имею в виду. Да сдохни ты уже, мразь. Вот лазают там наверху. Покоя нам не дают. Но дробовик шикарный, я вам скажу. Просто отличный. Ну и у нас, да, стандартная веселая игра. Включи насос. О, как просто. Что-то эти мини-игры все проще и проще. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо. Вот это круто. Нет, слушайте, ну это офигенная пила. Да, ну пила, ну супер. Так, а теперь нам что? Не понял.
Ну мы же все вроде сделали. Зачем нам опять разрешают это открыть? А, наверное, назад нужно возвращаться, раз у нас все заработало. Странно, что мы опять можем эту штуку открыть и с ней проводить какие-то манипуляции. Ну, пила рубит просто, я вам скажу, шикарно. Кто-нибудь подойдет? Плюс еще у нас воспламеняющиеся это... воспламеняющиеся дополнение, или как это назвать, я не знаю. В общем, перк. Бот ждет на станке. На тебе в ноги. И отпилить все. Ё-моё, какая шикарная вещь. Все это плюс загорается еще. Обалденно. Просто обалденно. Итак, давайте распылим газ. Надеюсь, что нас, конечно, эта штука не затронет. Очень сильно на это надеюсь. О, вы слышите? Вы слышите эти мучительные голоса? Да. Давайте. О, у нас всего одна аптечка. Печаль. Надеюсь, мы этим газом не сделали ничего еще хуже. Бот ждет на станке, но не у нас. Хорошо, теперь у нас наконец-то двери открыты. Никаких мин больше. И куда нам нужно? Лифт? А, лифт пока не работает. Хорошо, давай. Или работает, подождите. Работает. Давайте поднимемся, посмотрим. Что у нас наверху здесь? Второй уровень. Второй уровень. Всего одна дверь. Так, ну кроме шкафчиков, конечно. Что-нибудь должно быть поинтересней. Ага. Ага. Они сверху. А тут у нас... Ну, сейчас будут на нас прыгать. Приготовимся. Приготовились. И... На тебе, мразь. На тебе. На, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Резать, 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 резать. Резать. Давай, режем, 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 режем. Ух ты, какая пила шикарная. Всех распилили. Да, теперь нам надо подлечиться. Ха-ха. После такого распила неплохо нам и подлечиться. Слушайте, набрали аптечек хотя бы. Честно, аптечек вообще не было. Теперь все отлично. Перезарядимся. О, полупроводничок еще один. Надо бы нам станочек где-нибудь найти. То давно что-то станочка у нас не было. Testing. Testing. Hello, Isaac. I know you're out there. Crawling around. You probably think I'm an overzealous crusader. I'm... Mindlessly following the whim of an angry god. It's an easy conclusion to draw, and I don't fault you for it, but you may be surprised to know that I'm a man of science. A man of fact and reason, cause and effect. And soon, you'll understand that I'm right about everything. Mm-hmm. Прав, значит. По поводу всего. По поводу того, что нас еще и прибить хочешь. Нет, по поводу этого ты точно не прав. Так, у нас есть ключ. Ага, ключ от казармы Жнецов. Жнецов? Что-то мне не нравится ключ от казармы Жнецов. Ну, пойдемте, пойдемте. Бонус миссия. Давно у нас не было бонус миссии. Наверное, это предпоследняя или последняя бонус миссия в игре. Потому что мы уже, конечно, приближаемся к концовочке. О, ух ты, ё-моё, смотрите-ка, там уроды у нас ждут. О-оу. Услышали они нас, да? Сейчас услышат. Ну, давайте, начнем. Он еще и живой. Да как же ты нас все время хватаешь? Вот он даже еще не подошел, он уже на нас напрыгнул. Это просто сурово, я вам скажу. Давай, резать, резать, резать их всех. Просто на подходе резать еще. Резать вас всех, уродов. Резать, пока у меня пилы не кончатся.
Резать, я сказал, вас всех. Никто ко мне не подойдет. О, фу, кажись, всех перерезали. Да. Слушайте, их было много. Их было действительно много. Но эти уроды только и могут брать количеством. Что еще им остается? Действительно. Что им еще остается? Сволочи, ненавижу этих. Просто такие мелкие твари. Ужас, как они меня раздражают. Ненавижу самое... Больше всех вот мелких. Мелочь. Мелочь. Просто самые... самые ненавистные монстры — это мелочь. Всегда ненавидел. Так, что же у нас здесь? Аудиосообщение, давайте послушаем. Доктор Эрл Серрано, статус апдейт. It is well known that the surface of all markers contain glyphs. No one is entirely sure what they mean, but they exist as a distinct language we attribute to the markers' creators. However, our deep dig teams are reporting the discovery of another set of glyphs, a new set, found on the structures we've uncovered below the planet's icy crust. I've ordered several artifacts sent up for closer inspection. If this is what I think it is, it could change everything. Интересно, интересно. Ну, конечно, это ж отдел палеонтологии. Так, а тут у нас что? Ага. Наверное, тут они изучали как раз вот эту... Вот это существо. Что это? Сканировать? Ага, мы не можем сканировать. А, ну потому что стоит неправильно. Мы должны повернуть эту штуку. О! А, это, наверное, головоломочка такая забавная. Мы должны крутить эту ерунду, пока они не все встанут ровно, да? Как-то... Не знаю. Нет, пока не так. Повернем. А центральную я, конечно, крутить не могу. Ну да, нам центральную крутить и не надо, на самом деле. Так, еще раз. Еще раз. О, все, встали. Все встали на 0 градусов. Отлично. Ну вот, мы и нашли этот кусочек. Кусочек Розетты. Все, просканировали. Как его вынуть теперь? Ага. Что, нам его так и тащить? Ну, видимо, да, придется так и тащить. А, нет, вот, надо его поместить вон туда. Поместить сюда. Отлично. И отправить наверх. Быстрая доставка. I found another piece of Rosetta. I'm sending it your way. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it print when it arrives. Так, надеюсь, сейчас никто не нападет. А если и нападет, я просто убегу. Нафиг. Не, никто не напал, это хорошо. А где же дополнительная миссия, которую мы можем выполнить? Пока не знаю. Пока мы до нее не дошли. Так, у нас торсионного вала нету. А бог с ним. Так, ага. Еще один какой-нибудь... А нет, это просто... Просто железяка. Просто еще немного ресурсов. А почему это тут дверь закрыта? Куда же нам идти-то тогда, я не понимаю. Назад? Там была еще одна дверь. Почему я не заметил? А кто ту дверь закрыл? Она же была открыта. Неужели это тот подонок, который за нами гоняется? Вот честно, мало нам некроморфов. Еще какого-то говнюка сюда припаяли. Так, туда. И эта дверь закрыта. Очень много закрытых дверей. Откроются ли они? Неизвестно. Может и нет. Надо мне почаще сверяться с моими задачами и бежать в нужном направлении. А, вот сюда, вот дверь открылась здесь. И она была уже открыта, наверное, открылась. Тут у нас что? Похоже, дополнительная миссия, да? Похоже, это дополнительная миссия. Ну, давайте как раз и отправимся туда. Угу, моя пила приготовлена. I bet they had access to some pretty cool toys. I'm gonna take a look around. Так, эта дверь закрыта, значит, нам нужно туда. Текстовое сообщение почитаем.
От генерала Махада, кому? Адмирал Грейвс. Тема, спецподразделение. Если вас волнует теснота, то не стоит так переживать. Я заберу половину из них с собой на планету сразу же, как мы на ней закрепимся. А если вас беспокоит их поведение, то я отбирал людей не за любезные манеры. Тому, что 163-е подразделение называют жнецами, есть простое объяснение. Эти парни закалились, делая грязную работу для нас во время восстановления сепаратистов на Земле. Они группа самых хладнокровных убийц, которых только можно найти, и они моя гарантия, что все пройдет так, как надо. ЦМС Ранок от адмирала Грейвса Махаду, спецподразделение. Не потрудитесь ли вы объяснить, почему я должна вдвое уплотнить население офицерских кают моего корабля, чтобы разместить ваше неуправляемое 163-е подразделение? Они грубые и пока не принесли никакой пользы за все время своего нахождения на борту. Зачем мы тратим ресурсы на этот необоснованный довесок к экспедиции? Зачем? Ну... Christ. Somebody got chop happy. There are severed heads everywhere. Are you sure this is a good idea? If the bodies are still here, so is their stash of weapons. This is too good to pass up. Тайник с оружием. Еще одно текстовое сообщение. Опять же прочитаем. Личный дневник капитана, видимо, Мэрса. Я сделал все, чтобы попасть на эту миссию, чтобы попасть вместе с жнецами в эту ледяную пустыню. Это был мой шанс выделиться, быть замеченным ими, и никто не сумел бы меня остановить. После того, как исчез рядовой Фриман, я стал новым духом в отряде жнецов. Я драил их туалеты, заправлял их постели и чистил оружие жнецов, восхищаясь зарубками, вырезанными на прикладах. Однажды я собрался с духом и спросил одного из жнецов, могу ли я присоединиться к команде. Я был беспощаден и целеустремлен. Я был готов. Он расхохотался мне в лицо, как тот сержант в тренировочном лагере, а потом сказал, что похлопочет за меня перед остальными, если я целую неделю подряд буду мыть туалеты голыми руками, без права принять душ. Если я справлюсь, сказал он, то получу то, чего заслуживаю. Что мне оставалось? Это была моя мечта, и он пообещал. Я согласился. Ну, видимо, наверное, он его надул. А этот парень, может, потом их всех и перебил, и голову им поотрезал, кто знает. Посмотрим. Нет, нам не хватает, конечно, ресурсов, чтобы улучшить наш костюм. Но я предлагаю сменить его... арктический. Нет, арктический мне не очень нравится. Вот археолога мне нравится. Хороший костюм. Или может скафандр старый вернуть? Нет, скафандр слишком... слишком дутый. Давайте вернем костюм археолога. Хочу его... хочу назад его вернуть. Этот уж больно какой-то драный. Ну, не драный, он какой-то такой простенький, старенький. Ну, конечно, так он и выглядит. Так он и есть, по сути, старый костюм. Откуда все эти материалы берутся, непонятно. Когда дособираем все-таки ресурсы, надо будет нам. И к станку мы, кстати, тоже никак не можем попасть. Так, еще одно текстовое сообщение. Ух ты, поглядите-ка. Поглядите-ка, нам некогда читать текстовое сообщение. Надо отпилить башку кое-кому. Что с ним? О боже мой. Я не хочу знать, что с ним, честное слово. Я просто хочу ему распилить все, что только можно. Фу, перезарядились? Сначала изничтожим всю эту дрянь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот оно что! Вот чем нам это грозит. Кстати, смотрите, башка тут сверху. Ну, мерзкая башка, давай. Давай, давай, давай. Или она в текстуре застряла. А хрен бы с ней, в любом случае. Главное, что она у нас ничего сделать не может. Ну и ладно. А, мы не можем... перейти на... мы не можем перейти на ту сторону, поэтому нам придется отстреливаться отсюда. Кстати, что-то выпало. А, это стазис. Ну-ка. О! Нам бы в голову попадать этим дротиком. Было бы вообще супер, конечно. Но... да, тут бы прицеливание не помешало, честно сказать. О, попали мы в голову? Я пока не знаю. О, мерзость, смотрите, смотрите. Ой, ее колбасит. Не, я не могу ее повредить, ну и ладно. Фиг с ней.
дротиком мы в любом случае нанесли урон. И неплохой, в общем-то. Так, пока здесь никто не вылез. Надеюсь, что и не вылезет. Надо бы башку вот ему отстрелить, пока он нас не начал жрать. О, хорошо. И я хочу... А нет, стоп, стоп. Как же это так? Он опять живой. Новая башка, что ли, добралась до него? Все, уделали мы ее. Ха. Хедшот, как говорится. Давайте я все-таки прочитаю это сообщение, которое там было. Сейчас, надеюсь, я его отыщу. Так, миссия, база данных, секира зла. Неделя прошла, я весь покрыт человеческими экскрементами. Мою кожу усыпали язвы, я был на грани, я был готов. Я должен был догадаться, к чему все приведет. Они сфотографировали меня и разослали снимок всем и каждому. Сказали, что единственная возможность для меня стать одним из жнецов, это если они все внезапно умрут, а я останусь последним человеком, который придет им на смену. Они отправили меня собирать вещи, понизили в звании и отправили рыть ямы. Я благодарю свою упорность и целеустремленность, которая не позволяет мне опустить руки. Перед рассветом я вернулся в казарму, встал у их изголовья, тихий, незаметный. Затем четкими и плавными движениями стал рубить им головы. Одна, вторая. Я продолжал считать. Третья, четвертая. Сделал засечки на топоре. Пятая, шестая. Они теперь мне больше не откажут. Седьмая, восьмая, девятая, десятая. 15 отрубленных голов, и я стал 163-м, самым пугающим подразделением КССК. Я стал жнецом. Да, ну, в принципе, как я и предполагал. Я очень хочу убить эту тварь, честно скажу. О, да. Все, наконец-то она успокоилась. А эти уроды опять ожили. Как же они меня достали. Yes, прямо в башку. Вот мерзость, как же я ненавижу. Как же я ненавижу эти головы, которые прирастают к телам и начинают меня гасить. А плюс они еще и стрелять начинают, что вообще самое плохое. Интересно встретиться с этим пареньком. У нас опять этот переход веселый, как я понял, да? И пробегаем. А теперь нужно... Да что ж за мразь-то, а? Главное, мы попали в голову. Ну, ему, по-моему, вообще особо... Особо наплевать. Вон, смотрите, ползет себе и ползет. Мерзостная башка. Хорошо, что они в нас не попадают оттуда. Опять башка. Все? Ненавижу эти головы. Ха, похоже, она сюда сама спрыгнула, заметили? Поняла, что по нам не попасть, и сама сюда спрыгнула. Ох, ё-моё. Поддержка огнем. Слушайте, тут везде головы, ужас. Он их везде разложил. Ладно, хорошо, теперь нам нужно... А почему она еще не включилась? Ох, как не нравится мне это. Ну ладно, я пройду. О, боже мой. Так. Вот тебе, а я прохожу дальше. Все время слышу эти звуки, как будто кто-то крадет, кто-то ползет. Стазис отключен. Да что ж за уродство-то, а? Давайте перезарядимся уже, наконец. Эти головы просто доставучие, до жути. Почему она еще не включилась? Ладно, это нам на руку, что она еще не включилась. А вот, наверное, сейчас включится. А нет, они почему-то недоступны, вот эти... переключатели. Наверное, еще рано. Хорошо. Да, привет. Привет, наш старый знакомый. Хорошо, что нету голов этих поганых. С головами было бы намного сложнее все делать. Так. Да что ж такое, где? Опять эти крики, вот... Как будто кто-то где-то лазает. Я хочу их уже уничтожить. Че он, прибитый, что ли? Видимо, прибитый.
Ладно, пусть там орёт без меня. Честное слово, эти головы меня достали. Так. Ну, честно я скажу, мы же уже это видели. Мы уже видели это в другой миссии. Вот эту стену изрисованную. Мы все это уже видели, да. Копипаст, ребята, копипаст. К чему вы это сделали, я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я не знал, что эта башка на нас напасть может. Вот это было реально неожиданно. Да, да, вот так вот. Вот так вот. Скорее, скорее, скорее. Обалдеть, вот это был вынос. Вот это нас расстреляли, так расстреляли. Вот ждет на станке. Так, головы мы убили. Ну что, он идет? Давайте я возьму дробовик. О-хо-хо-хо-хо. Вот это... Вот это выстрелы. Фу. Так, но это еще не все. Пилу, пилу, пилу запускаем. Ноги отпиливаем. Да опять еще один. Все? Нет, еще, по-моему, кто-то есть. Да, мразь. Я так и знал. Перезарядимся. Слушайте, но тот чувак был реально злой. С него вольфрам выпал. Может, это как раз и есть конец миссии. О, похоже, это его комнатка. Артефакт КССК, давайте прочитаем про него. Капитан Реймонд Рид. Заявка Майерса на присоединение к 163-му отряду. Окидывая взглядом площадку, я вижу только слабаков. Война против сепаратистов отняла у нас лучших бойцов, не знающих ни страха, ни жалости, а взамен мы получили молодняк. Половина этих салаг винтовку в глаза не видели, остальные тут же дуют в штаны, узнав о чьей-нибудь смерти. Если хочешь изменить этот мир, ты должен быть не просто готов убивать, ты должен любить убивать. Рядовой Майерс лишь один из винтиков в наших руках. Отведем ему неделю сплошного унижения и пусть пакует свои манатки. Надеюсь, так он сразу поймет, что ему никогда не стать одним из нас. Ну да, видимо, он как раз-таки и стал единственным, тем самым одним из вас. Потому что он-то любил убивать. Итак, у нас наконец есть станок. Посмотрим, что у нас найдено. Найдено у нас достаточно. Плюс мы обоих ботов отгрузили. Но вольфрама у нас, конечно, все еще маловато. Так, нового у нас... Да ничего у нас нового нет, честно я вам скажу. Надо копить на апгрейд брони костюма. Чтобы уже по полной. Потому что у нас с каждым шагом все тяжелее и тяжелее. Монстры все эти. Убивают нас все быстрее и быстрее. О, две большие аптечки. Вот это отлично. Вот это действительно хорошо. Что это? О! Причем я голоса не слышу. Твой разум спокоен. Тебя ничто не беспокоит. Ты ни о чем не сожалеешь. Ты ничего не боишься, у тебя нет друзей, у тебя нет семьи, у тебя нет семьи, ты машина, ты подчиняешься приказу, ты убиваешь по приказу, ты там еще чего-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут же пила решает наши проблемы. Пила просто отличная, люблю пилу, ох, люблю пилу. Смерть всем, никто не спасется, когда ты выполнишь приказ, ты убьешь себя. Твой разум спокоен, тебя ничто не беспокоит. А, так вот что это. Вот что это, я даже голоса не слышал, это запись оказывается. Ничего себе, смотрите-ка. Как она гипнотизирует всех, видимо, бойцов на то, чтобы они себя тут и пококали. Надо бы нам на всякий случай подпиливать им всем ноги. Если вдруг головы полезут, чтобы они вдруг не встали все. Так, у нас карта капитана Жнецов или что-то наподобие этого. Подобрали мы.
И вот мы наконец можем открыть дверь. Но чуть-чуть попозже. Я сначала хочу открыть тайничок. Тайничок мы можем открыть, запустив капитана в полет. Нет, подождите, вот. О! Запустили. These guys are ready to take on an entire army. Isaac, please tell me you're getting out of there now. Yeah. I'll see if I can find my way back up. Действительно, очень похоже, причем и холодильник такой же практически. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Да дай ты мне пройти, мразь! Какая жесть! Давай, я тебе пилой сейчас распилю. Башку эту распилю. Вот так. Да нет, да я думал, здесь уже все. Нет, еще один. Вот так. Вот так. Ах ты, голова. Ах ты, голова. Я так и знал, что эти головы полезут. Хорошо, что я тела эти разрушил, которые они хотели полезть. Поэтому она на меня напрыгнула. Вот тут я уж не знаю, что лучше на самом деле. Куда она делась? Где эта башка проклятая? Ну? Вылезай, гадина. А, вот она ты. Все, свободно? Свободно. Теперь осталось убить того говнюка, который нас прям за дверкой ждет. Вон он, смотрите, клешни свои. Клешни свои сюда запускает. Ух ты! Это какой-то прямо скоростной. Это не тот. Тот был с оружием. И позлее. Где-то он здесь, я чувствую. Где-то он здесь, ждет нас. Ха, мы можем взломать дверку. Ну, давайте взломаем. Странно, куда он делся? Не знаю. Надо нам, наконец, выбираться из этой дополнительной миссии. О-хо-хо, нас треснуло током. Первый раз я не успел взломать. Что-то больно быстро она идет, слушайте. Так, первая есть. Так, где, где, где? Где вторая? Вторая, вторая. Есть! Фу, я еле успел. Вот это... Это был действительно сложный взлом. Значит, там должно быть что-нибудь хорошее. Что-нибудь очень хорошее. О-о-о. Вот это холодильник. Так, первую мы бомбочку вскрыли. Голова мерзкая. Поганая голова. Опять, слушайте, они лежат, а потом идти начинают. Надо их всех убивать сразу, чтобы они не ползали тут. Так, мы нашли какую-то оболочку. Стазисная оболочка, интересно. Так, а тут что? Тут какой-то модификатор. Урон плюс темп стрельбы. Ну, тоже неплохо. Ну да, не зря мы сюда зашли, не зря взломали. Кое-что полезное нашли, причем бесплатно. Что всегда хорошо. Да что же это за мерзкие головы, а? Еще одна. Давай, вот так, пилой тебя, мразь. Все, выпала с них аптечка. Так, ну все, прошли мы эту дополнительную миссию наконец-то. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, я думаю, я закончу прохождение моей 19-й части по Dead Space 3. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.